Сегодня я позвал своих друзей, чтобы устроить экстремальную битву автопилотов. Наши участники сразятся в трех испытаниях на электрокарах. Гонка через всю карту, спуск горы Челят и картинг-трасса. Вся сложность заключается в том, что все испытания проходятся на автопилоте. Главный девиз дня – не доверять свою жизнь автопилоту, ведь все мы прекрасно знаем, как порой он может работать. В начале каждого испытания гонщики крутят колесо удачи, которое определяет транспорт под данную дисциплину. Три испытания, 16 машин, 4 участника и один победитель, который заберет 5 миллионов долларов. Ребята, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе, и как вы уже поняли, наши электрические соревнования продолжаются. Ну что ж, серия получилась очень веселая, очень угарная и очень интересная, так что обязательно досматривайте до конца. Вам, ребята, я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Ну а мы начинаем, поехали! Ну чего, парни, добро пожаловать на вторые электрические соревнования. Нас сегодня с вами ожидает 3 испытания, 16 рандомных автомобилей, на каждое испытание разная машина и, соответственно, главный приз 5 миллионов долларов. Кто больше очков наберет, тот сегодня и победит. Я предлагаю нам сразу же начинать. Поэтому прямо сейчас мы крутим колесо удачи, и те машины, которые падают именно на тех тачках, мы и проходим с вами все дисциплины. Так, а теперь давайте сразу определимся, кто из нас первый, кто второй, кто третий, Серега первый. Итак, Серега, какую машину ты бы хотел получить? Я надеюсь, что Элли. Ее еще ни разу никто не убивал, и как будто бы надо. Вот, я про нее и говорю. Первое испытание гонка, поэтому сразу держите в голове. Серега, тебе падает кибертрак. Нормально вообще, скажи, а? Понятно, так, хорошо. Второй, кто у нас крутит колесо удачи? Давай поблито. Второе, значит, остается тебе местечко, и твоя машина — это Тайкан Кросс Туризм. Кстати, неплохая машина. Так, третий и четвертый, Андрей, кому какое место забираете? Какое место такое? Последний. Значит, третий я. Отлично. И мне достается машина. Мне достается... Ну почему всегда так? Я не... Model X. Ну, Model X просто вообще прям для этих испытаний прям вообще полнейший отстой. И, Андрей, крутим колесо для тебя, и тебе достается Quadra Tech V-Turbo. Ну, кстати, нормально, 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 Ну что ж, на этих автомобилях мы начинаем приступать к нашему первому испытанию, а именно гонка на автопилоте. Ну что ж, мы наконец-таки готовы приступить к нашему первому испытанию на тех машинах, которые мы сами выбили из рулетки. Пацаны, сразу желаю каждому удачи, потому что сами все прекрасно понимаете, что такое автопилот, как сильно он рандомно ведет себя постоянно. И наша главная задача — проехать 9 километров там с чем-то метров до нашей финальной точки. И, соответственно, первый, кто добирается, тот и побеждает. И мы, опять же, ребят, хочу повторить абсолютно всю вот эту трассу, которую видите вы перед собой прямо сейчас. Вот здесь у нас находится финиш. Все это мы должны проехать исключительно на автопилоте. Ну что, пацаны, а вам я желаю удачи, а мы готовы начинать. 3, 2, 1, поехали. Опа! Нормально, нормально. Идем, Андрей, не идет. Андрей, молодец. Нормально, дамы? Мы как в детском саду просто за ручку идем, вот так же держимся. Давайте, держите за мной. Давайте, паровозик. Ребят, многие из вас могут подумать, а в чем тогда смысл гонки заключается, если мы едем с одинаковой все скоростью, как бы, да, по одной прямой, как бы, да. Но вы должны прекрасно понимать, что такое автопилот в игре. В моменте он может заглючить у каждого из нас, и кому-то может повезти, кому-то нет. У нас может реально машина... Кстати, смотри, она пока нормально вообще пока едет, смотри. А где Андрей вообще? А вот я вижу, где Андрей. Ну, мы, кстати, пока вообще уверенно едем. Мы вообще... Че, Андрей, такое случилось у тебя? А, он вписался. Вот про это я и говорил. Вот про это. Я уверен, на 100% каждый из нас еще успеет, пожалуйста, сегодня на автопилот. Это классика. Потому что ты тормозишь, мы в тебя врезаемся каждый раз. Так, пацаны, сейчас можно пока поприседать, поотжиматься, там вот это все, да, потому что от нас. О, смотри, там гелик за нами. Кстати, тоже электрический ехал. Ну все, да, нормально, с кайфом. Расстояние постепенно сокращается, в целом неплохо. Паша прям за твоей жопой. Так, а подожди, а кто за какой скорость едет? 123, да, 120? Так, я 125. Еду со скоростью... А что тормоза, куда, какие тормоза? Какие тормоза, я понял. Алло, какие тормоза? Что за фигня? Меня тоже затормозило. Что за тормоза? Я больше торможу из-за вас. Максимальная скорость. Не, подожди, вот сейчас опять она притормозила. Зачем она это делает, я не понимаю.
Ну, типа перед поворотами, чтобы я, офигею, если кто-то из вас сейчас начнет меня обгонять. Я офигею, если мы сейчас просто так доедем. Или сейчас резко, понял, машина просто влево и в канал, в речку вот эту просто. Вот это было прям очень здорово. Это предыдущий раз просто, я на ранчо ушел. О, тихо. Смотри, сейчас что-то произойдет. Пацаны, там сзади машина едет, носиком тебя трогают. Главное, чтобы никого не... Олег, просто видит первого лица и кайфует. Не, все, он ехал. Так, я так и делаю почти, вот смотри, вообще не надо. Я с первого смотрел, кстати, вот, некрасиво так, не надо. Насколько бы я не уважал Теслу, насколько я сильно не любил Кирюшеньку в РПЧ, ну просто, я не знаю, я вообще за первого лица еду, мне вообще прям не нравится. Я запущу телефон и буду проверять, что я выиграю. Можете... О, куда, смотри, поехал! А чё с машиной? А, через телефон, потому что зашел. Лошара! Не заходил телефон. Андрей, у тебя шанс, кстати, есть. А я не знал, что так работает. У меня начал тормозить на повороте, не знаю зачем. Ну все, Серег, сам зафейлил. Ну ладно, да. Сам зафейлил. Согласен. Не, Паш, не обгонишь, Паш. Вообще не привык. Вот я думал, что ты. Блин, я помню, знаешь, где-то вот здесь будет момент такой, где машина может неадекватно себя повести. Я вот прям точно помню, где-то здесь он был. Я помню. Нет, Артем однажды сидел в телефоне, в змейку играл. Так да, я не знаю, может, у тебя просто кибертрак из-под контроля вышел, я не знаю. Я прямо за Серегой. А, нет, Олег, он связался с телефоном, и поэтому сразу же. Так, вот сейчас самое главное, аккуратно завернуть налево. Аккуратно налево. Смотри, что делают, смотри, как странно, через двойную сплошную, между прочим, лишение прав, пацаны, там произошло такое небольшое. В Америке здесь... можно, в Америке можно. У меня машина Олега зависла на секунду. Нет, чего я еду с Пашей, в смысле? Ты у меня завис, ты передо мной появился. Нормально. Напугался Олег, да, чуть-чуть? Пацаны, вы у меня тпшитесь. Не знаю, мы пока аккуратно едем с Пашей, если вдвоем. Андрей сзади нормально едет? Так, вот сейчас мы за... Куда? Я прямо за Серегой еду. Нормально. Андрей, главное, чтобы нас не. Вот и начало! А куда у нас? У нас маршрут в другую сторону, алло! Маршрут не перестроен, к слову говоря. Короче, вы когда до треугольника доедете? Мы едем. Вы когда до треугольника... А у нас маршрут поменялся, смотри. А мы... Мы проехали треугольник. Мы по треугольнику проехали. Вы налево свернули? Да. Нет. Да-да-да, Андрей, это лево, называется. Подожди, чего? Это что за фигня? Вот, ребят, про это я его... Андрюш, едем кусок. Подожди, то есть, смотрите, что вы понимали, на треугольнике мы должны были... А что было? Стой, подожди, вы реально в Сэнди Шорс уехали? Что за тупо сейчас было? Мы с Пашей поехали в Сэндик. Я не знаю, мы сейчас... Ну, мы, кстати, увеличили сейчас маршрут, по идее. Потому что, да, с левой стороны быстрее было бы. Андрей, у нас шанс есть. У вас реально шанс. Садись видами. Садись видами. На R, нажми на R. Мы уже подпоезжаем. Ребят, теперь вы понимаете, да? Ребят, теперь вы понимаете, про что я говорил, правда, пилот. То есть, ну, в моменте, когда, ну, там прям четко GPS стоит, поворот налево, она просто поворачивает направо и едет вообще по своему настроению вообще в другую сторону. Однако при этом, самое странное то, что мы с Пашей вместе завернули, а вы налево повернули. Ты куда снимался? Я вообще не... Нахуй ты бревно уронил? Молодцы, пацаны, молодцы. Слушай, так даже интереснее на самом деле, потому что мы разделились 50 на 50, и тут непонятно, кто быстрее приедет к нашей финальной точке, потому что ну у вас по сути маршрут покороче, чем у нас посложнее он сейчас идет. Я могу сказать честно, у меня осталось 45 километров. У нас километр, у меня километр 20. Подожди, еще можем! Подожди, я офигею, если мы первые приедем! Я офигею, Олег, если мы первые приедем! У вас дорога прямая, у нас извилистая. Не-не, мы вот сейчас тоже на извилистую заезжать будем, мы вот сейчас просто уже подъезжаем. Не, Олег, нарушение правил, вот по другой там дороге поехали, все. Мы ничего не делали для этого, но... Нет, стоп, заезжай, молодец. Я тебя провожу. Все, тут немножечко осталось, давай, роднулечка, давай. Давай! Олег, она реально у нас извилистая. Давай, ну вот мы тоже сейчас едем тут. Ну давай же! Ну мы сейчас увидимся. Это ж не от нас! Не-не-не, стой, прикинь, сейчас увидимся. Я доехал до места назначения. Я буквально за поворотом. Да, вот здесь финиш. Так, ну смотри, мы все равно с Пашей, прикинь вообще, а? То, что мы по разным маршрутам приехали, мы все равно первым приехали. Это такой бред вообще, а? Но опять же, не-не-не, опять же, пацаны, это полный рандом, вы должны это прекрасно понимать. Это все-таки как-никак автопилот. Ну мы же никак не управляли этим автопилотом, он сам повернул направо, вы налево поехали. То есть это полный бред, от нас это вообще ничего не зависело. Итак, если подводить итог нашего первого испытания, которое вообще максимально рандомно произошло по итогу. Первое место у меня, второе место у Паши, третье место у Сереги, четвертое место у Андрея. А нас впереди ожидает следующее испытание, но перед тем, как мы к нему приступим, нам нужно выбить следующие машины. Ну чё, парни, наше следующее испытание это спуск с горы Челяд, которое мы также должны проходить на автопилоте. Максимально рандомное испытание, от нас также вообще ничего не зависит, так что интересно, чем это все закончится. Но перед
тем, как мы его начнем, нам нужно выбить автомобили. Опять же, те машины, которые мы уже выбили по новым правилам, они исключаются из общего списка, тем самым у нас стало на 4 машины меньше. Поэтому вероятность того, что кто-то будет проходить испытание на Эли, слишком высока. Ну что, давайте смотрите. Первый, кто у нас был? Первый был Серега, насколько я помню, да? Да. Давайте первый. Теперь буду первый. Вот, Паша первый, я второй, Серега четвертый, Андрей я третий. Последний. Сделай. Не-не-не, ты был уже последний. Итак, первый, Паша, крутим барабан для тебя. Давайте, ой, смотри, какая машина выпадет. Ну, нормальная машина, слушай. Как она? Пинифорита Батиста, когда так называется. Короче, это суперкар, электрический, машина реально хорошая, добро. Так, я кручу барабан для себя, и мне достается Jaguar I-Biz. Нормально, такой небольшой зуб. Так, дальше идем, кто у нас? Андрей. Андрей, тебе достается... Так, ну, Батиста уже досталась Паше, поэтому перекручиваем, заново крутим. Конечно, нормально? Ты два раза подряд Батиста падает, это что такое вообще, а? А ВТР! Неплохо, нормально. Ну, удобно будет спускаться. И, Серега, тебе достается последняя машина, я надеюсь, это будет Эли, но нет, это Тайкан. Неплохо. Ну что ж, именно на этих машинах мы приступаем к нашему следующему испытанию. Ну что ж, дамы и господа, приветствую вас на нашем втором испытании «Спуск горы Чили». Вот сейчас лучше, пацаны, перед стартом перекреститься 10 раз, потому что тут, не ну, надо. Сами понимаете, выжить реально мало шансов. Итак, наша основная задача: на автопилоте, не используя круиз-контроль, добраться до логотипа вот до вот давай, этого местечка. Тем в аренду берутся квадроциклы. Соответственно, давай! Мы должны по вот этому маршруту спуститься, используя исключительно только автопилот. Есть небольшое правило, что если машина падает вниз горы и дальше никак не выбирается, мы имеем полное право вернуться обратно на трассу. И, собственно говоря, уже на трассе включить автопилот. Ну чё? Все готовы или не готовы? 3, 2. Куда поехал? Куда? Нормально? Ты сучка, а? Нормально вообще? Я еще даже не успел дочитать до единицы, уже поехал. Ну что ж, если все готовы, то теперь мы точно готовы начинать. 3, 2, 1. Поехали. До свидания. Поехал нахуй. И нормально? Подожди, стой, какое-то правило говорю, если застрял назад... 10 секунд считаешь, если машина не выезжает никак? 4, 5, 6, 7... Ну, у меня, Олег, здесь такое место... Пацаны, я в самый низ полетел! Да это бред! Пацаны, я на самое дно лечу, просто кубарем! Какой ты идиотизм! Да, я не могу. Это нереально, он будет каждый... Ну нет, в прошлой серии, кстати, мы очень быстро справились с этим испытанием, но вот что сейчас у нас будет проблема. Я просто не доехал. Да, Олег, ну я вот даже вся реально проблема. Без автопилота подняться не могу. Вот, она реально... Не, она у меня сейчас, кстати... Она у меня сейчас возвращается назад, вроде бы. Кто это, у меня сейчас вроде назад возвращается. Пожалуйста. Ой, как быстро Болотов чудом оказался на трассе. Ема, куда ж ты летишь? Тихо, ну вот давай, ну... Так, на дорогу возвращаемся, нажимаем автопилот. Да не работает это все, она мне вниз летит. Она, это бред. Она у меня поднимается. Нет, я только сюда заехал. Она поняли, как у меня машина работает? Она поднимается наверх, ускоряется. И потом снова кубарем вниз. И так по кругу, понимаете, да? Не, мне кажется, автопилот реально готов ко всем случаям жизни, за исключением вот этого. К этому испытанию. Не надо подниматься. Куда ты поднимаешься? Все, машина стоит, не едет, поэтому я пользуюсь правилом, так сказать, 10 секунд и... Ох ты, какая моя неваляшка. Ну, возвращаемся. Давай, есть спокойно. Вот сейчас надо просто встать на колеса и нажать автопилот. Давай, доедешь до конца, эти шоколадки. И нажимаем дальше автопилот и поехали дальше. Так, а кто где вообще едет, скажите, пожалуйста. Ай, молодец, падай. Я до сих пор. Вот именно туда, да. Мне кажется, я вообще самый последний еду, если честно. Олег, она просто в гору спускается. Так это, а, в смысле в гору спускается? А, ну нет, тут, понимаешь, что-то, а у меня походу... Олег, она у меня по автопилоту забила хуй на дорогу и едет прямо туда. Я вижу, это кто, Паша, это ты, да, на розовый машине? Олег, нет, вопрос, если по автопилоту она по дороге не едет, это нормально? Не-не-не, так не работает, так, не-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 не. Что делать? Ну просто жди, пока он раздуплится.
Нет, Олег, он с горы спускается к чекпоинту. Ну так пусть и так и делает, это же автопилот, это же рандом полный. Ну хорошо, я не трогаю. Не-не-не, так я же говорю. Смотрите, самое главное, если машина прям застряла, только в таком случае мы пользуемся тем правилом. Хорошо, то есть как она едет, если она продолжает ехать, да, все, да, да, да. Хорошо, тогда и мои ушки чисты, я честно еду. Да, если машина сокращает как-то маршрут, где-то какие-то сокращалки. Олег, ты охуеешь, как она сократила, у меня такая хорошая. Да я уже понял, как она у тебя сократила, судя по всему. Надо просто ее ласково было. Я не знаю, как долго я сейчас спускаться вниз буду вот такими темпами. Я на финише, пацаны. Не, знаете, а все, ты приехал? Я не шучу, я на финише. Хорош, все, молодец. Смотри, вот мы и выявили самую лучшую машину для автопилота. Мне нравится, мне знаете, что понравилось? Мне знаете, что понравилось? Я спускаюсь вниз, а Паша в эту секунду на автопилоте вверх поднимает. Это мне понравилось больше всего. А я просто задом еду вниз, нормально? Ну, это нормально. Не, лучше вниз спускаться, чем подниматься. Вот у меня машина вообще сейчас снова вверх поднимается. Это бред вообще. Нужно было просто ласково. Ну не, отдать должное надо, она едет еще, она еще реально едет, понимаешь? Она обратно в гору едет. Она сражается до конца, она пытается что-то делать, она не сдается. Я через лесопилку уже еду. Ну, кстати, нормально. У меня, ну что вот она делает? Ну что это такое? Ну что это? Это такой идиотизм полнейший вообще. Ну вот что, куда она поднимается? Ну вот что она думает? Если метка назад показывает, ну назад показывается метка, ну что это такое, а? Пацаны, нужно просто с машины ласковой быть, подожди, застрял, не застрял, развернется, не развернется? Все. Так, подожди, я надеюсь, она сейчас развернется. А, все, она застряла, все, пацаны, вот считай. Вот того, кого я вообще Андрей ну, не все, видел. Ну все, не, у меня прям машина конкретно застряла. Все, у меня конкретно она прям встряла, все, я в 10 секунд прошел. У меня лоховская машина. Все, поехали. Ну я надеюсь, что дальше она будет ехать. А ВТР выбил самую дорогую машину, лоховская машина, ага. Она еще и быстрее всех едет по-любому. Знаю, либо все мухлюют и жульничают, не, потому не, что не, она... Не. Вообще я специально дождался 10 секунд. Ну, вы все должны понимать, автопилот это рандом, от вас вообще ничего не зависит. Не, вообще ничего. Я не потому юзал. что в прошлой серии, что в этом мне машина даже 100 метров не может проехать вниз. Не, я вот вообще, она у меня кубрем снова вниз лезет. Я всего один раз нажимал минус автопилот. Ну мы еще, Андрей, с тобой в гонке, да погоди, у нас такой гонка еще нет. А подожди, это ты едешь или не ты едешь, подожди. Я вижу желтый тебя. Я. Да, я вижу, я слева от тебя вот еду. Примерно на той же дистанции, где ты видел тебя только что. Сейчас уже пока не вижу. А ты вот ты прям меня? Сзади! Да, я спереди тебя еду, но не прям далеко. Так что ты еще можешь догнать меня, подожди. Не-не-не! Вот я в дерево впилился. Все, смотри, я застрял. Значит, я там пилюсь. Но не факт. Ты по идее где-то тут должен ехать. Я вообще тебя не вижу, ты походу другим. Но нет. Он вообще когда по-другому поехал. Ну нет, пожалуйста, ну доедь. Я не знаю, когда эта гонка закончится. О, я ребят. Вижу тебя, вот Олег. Ну привет. Вот, здорово. Так вот, все, ты видишь, ты. Да боже! И вот я на камушке наехал. Тихо. Вот, может, тут поменяло? Тихо. Давай. Да куда ж доехал-то, а? Тут проще. Да не, это вообще забей, я не знаю. Я изначально хотел смотри, сказать, что она у меня. Делает. Я вижу. Ну и что это такое? Ну у меня я спустя. Не, я не верю, что Болтов просто приехал. У меня все заснято. О, ну начинается нытьё, конечно, как же без него-то, конечно. Конечно, как без него. Я кормить тебя не буду. Ой, так, ладно, ребят, остается совсем немного. Ну куда ж ты едешь-то, а ну? И, конечно же, я последний, как всегда. Ну это же рандом полный, ты ж пойми, а? Это же полнейший, это полнейший рандом, в смысле, это полный рандом. А в прошлом испытании ты сам зафейлил то, что ты старт не нажал сразу и не завел машину, как это сделали все. Так, ну давай! А ты где едешь? Ну конечно, вот, да, прямо передо мной. Наконец-то, это закончилось. Это испытание закончилось. Итак, давайте сразу подведем итог. Первое место у Сереги, второе место у Паши, третье место у меня, спасибо большое, и четвертое место у Андрея. Давайте, нам остается последнее испытание, где решается судьба всех участников, узнаем, кто какое место займет, но перед этим мы должны посмотреть, кто какие машины выбьет. Ну что ж, мы наконец-таки добрались до нашего финального испытания. Именно картинг-трассы. Вот тут реально сложное испытание, потому что нужно самому регулировать наклон этого автопилона, куда он должен поворачивать и так далее. Автопилон. Но перед стартом мы должны выбить машины. Кто желает испытать удачи первым? Я первый. Паша сказал первый. Нет, Паша сказал... я первый. Я хорошо, ладно. Пашу. Андрей первый, а Паша второй. Серег, третий или четвертый? Давай четвертый. Тогда я третий. Итак, Андрей, тебе, надеюсь, Элли достанется. Но вот Элли... Не, Паша первый тогда, Паша. Не, я сейчас вернусь. Элли достала, наконец-то. Я клянусь, я думал, она уже сегодня никому не выпадет. Да, ну, не, Итак, Паш, тебе достается
Элайджа, Лотос, Элайджа, неплохо. Найс, найс. Так, я третий, мне достается Родстер, Тесла Родстер. И Серега тебе, ну вот интересно, что же достанется тебе. Ауди Етрон. Неплохо. Да почему мне такое дерьмо? Ну что ж, на этих машинах мы с вами приступаем к нашему финальному испытанию, так что погнали. Итак, нас наконец-таки ожидает последнее испытание. И, одно из самых сложных. Ну я как, я колесиками по линии стал. У Паши, Паша, итак, давайте я напомню правила как и вам, так и нашим уважаемым зрителям. Соответственно, что нам надо сделать? Нам надо проехать один круг вокруг всего этого трека, но сделать это нужно на автопилоте. Как работает здесь автопилот? Мы открываем карту, делаем метку в том направлении, куда должна ехать машина. То есть, если ехать прямо, мы ставим прямо параллельно прямо от нашей машины, куда надо ехать. Если надо повернуть направо, мы ставим право. И тем самым мы должны доехать до конца и сделать один круг. И, соответственно, нужно пересечь вот эту вот линию, на которой мы начинаем. Самое главное, держите в голове, что здесь можно пользоваться автопилотом бесконечное количество раз. Но самому нажимать на W, на S, ну то есть, чтобы ехать вперед-назад, нельзя. То есть, тут чисто все от автопилота. То есть, мы можем много раз нажимать на автопилот, менять направление, но именно самому подруливать, там, подкручивать ничего нельзя. Так, ну что, все готовы или не готовы? Да. Все поставили метки. Итак, 3... 2, 1, поехали! А чё никто не поедет? А, как бы... Олег, мы постоим. Нормально? А чё никто... А у меня автопилот активирован. Нормально? Не-не, назад! Не едет до места назначения. Назад! Окей, дубль 2, 3, 2, 1, поехали! Слушай, ну я не... Вы издеваетесь? Вот! О, ладно, все, поехали! Куда ты летишь? Нормально, поехал? Вот опять я последний, блядь. Надо вправо. Ну, у тебя самая маленькая. Давай, тушься. Ну нет, смотри, там Паша просто летит по трассе, чего? Нужно указать за то... Да в смысле? А у меня машина вообще не двигается. У меня тоже нет. О! Нужно указать точку. Развернулась. Хорошо, направо. Направо, пожалуйста, направо. Направо, да направо ж говорю. Так, подожди, не, у меня. Ой, не в ту сторону. Не, ну иди, красная, давай, машиночка, давай. Да почему сюда? Надо вот сюда, подожди. А Паша в обратную. Паша, ты куда нахуй? Паша проехал половину трассы и решил назад вернуть. Ну давай. Ну! Я не понимаю, куда мне метку ставить. Это я на рандом ставлю. Я просто на полный рандом ставлю. Так, сейчас, по идее, вот в этом направлении надо ставить. Включить автопилот. Иди, красная помойка. Давай. Еще. Нет. Стой. Моя пытается поворачивать. Так, моя приехала. Вот туда надо. Стой. Тихо. Вот направо. Автопилот активирован. Ну это бред. Ну-ка. Уйди от меня, Паша. Вот казалось бы, что сложного проехать здесь один. Паша, что творит, гниль? Ну, это автопилоты, пацаны, это ж вы должны понимать, да? Давай, автопилот активирован. Ну, машиночка, давай. Я правильно. Мне 500 метров она стоит. Доехали до места назначения. Ну, давай. Налево. Хорошо, умничка. Спасибо, Паша, спасибо. Лё, Паша, спасибо. Где ты, Паша, видишь? Я рядом с тобой, Серега. Не, меня сзади он толкнул. Лё, Паша! Нормально там всё у тебя, а? Так, вот сейчас влево надо. Мы ставим метку вот так. Хуя ненормально. Так, выключаем автопилот. А я понял, как надо делать. Она типа через одну должна приезжать. Нужно выключать автопилот и ехать без автопилота. Вот как надо делать. Ну, тупая она мне просто поехала. Ну, я ничего не сделал, но автопилот активировал. Пропусти меня. Ну, я ничего не сделал. Давай. Хорошо. Давай. Она жопа едет. Давай. Машина едет. Вот, работает, не работает. Куда нас? Не назад. А, ей даже помогать не надо. Она, оказывается, она умная. Давай вот сюда поедем. Давай, малыш, давай. А почему? Нормально. Это нормально? Ты видишь, куда я уехал? Нет. Нифига ты стартуешь, как у тебя? Я одну точку поставил, всего одну. Так, ну здесь я машинке помогу перевернуться, а то она у меня на крышу просто встала. Предыдущий раз она даже не ездила. Я сейчас просто ей вообще пофигу. О, нифига она. Андрей, все нормально. Нет. А я вижу. Что за хуйня? Я видел, Серег. Серега был на грани сейчас просто, реально на грани. А, все. Олег, две точки, я доехал. Ну все, красава. Это пиздец. Я не знаю, как у Сереги так автопилот работает. Чудесно просто. Это удуха, да? Да. Самый лучший автопилот. Куда ты, Паш? У меня машина просто Пашу пропустила и все. Ну что это такое, а?
Давай вот туда поедем. Так пересырялся на финише. Давай. Эля просто самая конченная машина. Короче, Олег, знаешь как? Я ставил чуть дальше через эти извилистые, и она сама ехала, врезаясь в стеночки. Туда, она в стенки врезается и едет потом. Ну я понимаю, но вот здесь что-то мне не хочет она ехать. А ты где? Почему я Пашу вижу? Да, ну все, не, я не поеду финиша. Куда? Ну вот. Ну вот. Маша, я приехал. Маша, в смысле приехал? Сражайся до конца. Если я в первой серии просто... Куда, Чальник? Ну не, я не хочу так играть просто. Налево? Да стой, нет. Подожди, если я метку вот так поставлю, она как поедет, мне интересно. Налево, направо вообще, подожди. Ну давай, Радулечка. Попробуй через одну, Ну я туда налево, метку. Вот сюда. Паш, ну отъедь, пожалуйста, немножечко. Вот сейчас она дуплит. Я пытается заехать. Давай, ну автопилот, работай, пожалуйста. Ей там чисто выигрываться надо. Да чисто, знаешь, да, этот ролик чисто полная антиреклама автопилота просто получается. Никогда не доверять свою жизнь автопилоту. Слоган этого дня. Нет, тогда надо Аудюхе отдавать все призовые места. Почему она направо не поворачивает? Андрюш, как дела? Давай. Хорошо. Уйди отсюда. Теперь давай. Давай, туда. Есть. Давай, умничка. Прямо? Давай. Умничка, вот туда надо, Ну где? Ехай, давай. Нет, вот туда. Все, умничка. Молодец. Андрей, попробуй через одну. Давай. Ема, я научился, походу. Подожди. Так, получилось? Вот туда. Просто прямо ну, и есть. Чуть-чуть. Ну есть. Вот так. Ну вы есть. На финише, пацаны, вы на финише. Ну, кто быстрее? Кто быстрее? Ну есть. И Паша? Пожалуйста. Пожалуйста, надо просто... Паш на финиш смотрит. Нет, давай! Пожалуйста! Ехай! Ну нет, ну это бред! Назад! Ты куда? Тихо, подожди. Давай вот туда, надо просто назад развернуться. Андрей, кстати, ему показалось, что Андрей догоняет, подожди. Да сорян. Да нет! О, и финишная, да? Да! Хорош! Не, пацаны, это жесть, это реально жесть, это просто... А где Андрей едет? Скажи, где там, покажи, я не вижу его. Вот я еду, вот постенки. А что, вдруг едет? Так, ну давайте что, подводить итоги. Первое место у Сереги, второе место у Паши, третье место у меня, четвертое место у Андрея. И Паша, конечно! Опять же хочу сказать, ребят, это испытание, вот все эти испытания, которые были сегодня в ролике, от нас вообще ничего не зависит. Это все автопилот, тут полный рандом. Кому как больше повезет, так и нормально Серега сбил, а? Ну что ж, давайте я сделаю финальный подсчет очков и поставим, кто сегодня забирает 5 миллионов долларов. Ну что ж, парни, настало время подвести итоги сегодняшнего дня. Вот здесь на записке, которую я держу в руке, у меня, собственно говоря, результаты. Я открываю конверт, ненавижу, кто занимает первое, кто последнее, где и так далее. Ну что ж, давайте начнем с Серега, конца. Серега, первое, стоп. Последнее давай. Место сегодня занимает конечно, Андрей. Конечно, давай, огласи. Пиздец, бля, как-то могу. Человек занял последнее место во всех трех испытаниях. И Андрюш, набрал 3 балла. Неплохо, неплохой результат. Короче, после Андрея иду я занимаю 3 место, у меня 8 баллов, к сожалению, сегодня, да, удача была не на нашей стороне, Андрюк. 2 место занимает у нас Паша, набрав 9 очков, и Серега, да, первое место, набрав 10 очков. Серегу мы поздравляем с победой! Рандом. Серега, поздравляю с победой. Именно Серега. Он получает 5 миллионов долларов, Серега. И я тебя поздравляю. Все, ребят, Сереге деньги были переданы. 5 миллионов долларов. Ой, мы его богат. С этим поздравляем. А вам, ребята, я хочу сказать огромное спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока.